Спасибо, что настали. Не, она высокая слишком, блядь, перевернусь нахуй. Мотоцикл жалко разъебать. Не-не, а чё? Стой! Чё? Стой! Стой! Ну? Выровняешь? Ну? Поехали. Вообще не сгибая ноги, ничего. Ты же ходишь на ровных ногах? Смогу. Ну. И дальше? Дальше. Смотришь так, чтобы ты видел все время вот передним глазом. Фонарь. То есть быть вот здесь. Ну-ну-ну. Еще дальше. О. Ну я понял. И самое главное, наверное, запомни, смотришь туда. Ну, не туда, куда ты едешь, а туда, куда ты хочешь приехать. Ну, это я знаю. Знаешь, да? То есть, если ты будешь сейчас делать восьмерки, вот ты сейчас опять согнулся. Вот так вот? Вот так делать. Ну. Потому что мотоцикл толкает тебя в ноги. И если у тебя где-то согнутая часть у тебя где-то, значит она будет сгибаться при каждом вот тычке. Надо удерживать надо ногами. Нет. И тогда тебе не придется с ним бороться, и тебе не придется ломать мотоцикл. То есть ты не должен мешать мотоциклу ехать. Наоборот, ты должен помогать. Ты как бы наклоняешься и как снаряд дальше летишь вперед. Мотик оставь в покое, то есть у тебя руки расслаблены полностью. Ага. Чуть-чуть локти разведешь в стороны. Ну, блять, это мотокросс, 200 кг, блядь, все-таки. Нет, никакой не мотокросс, это уже эндуро, это уже другие. Мотокросс там совсем другая штука, там... полный напряг. Вот сейчас попробую, а потом, когда повороты у тебя начнутся, поворачиваю плечи параллельно рулю. Вот так, если ты будешь вот так восьмерку крутить и смотреть на своих хвостов, у тебя восьмерка будет просто восьмерка.
этим вместе будешь добавлять либо корпус вперед, либо корпус назад, добавлять, ты почувствуешь, что когда ты на колесо давишь, у тебя мотоцикл еще больше прокручивается. Когда ты назад оттягиваешь, он тебя восстанавливает. Ну да. От этого и 60-40, 37. Знаешь, да, ездишь? Ну. Ладно, покатаюсь. Спасибо. Нет, потому что ты ездил там на полусогнутых и очень устаешь, из-за этого хочется тебе сесть. Ну, он, блядь, тяжелый еще. Да нет. Ну, вот туда съездишь. Я все время спрашиваю, да что ты на Харлее ездишь стоя? Ты что, вообще больной? Я говорю, как я же на щебенку заехал, ёбан. Ну да, да, да. В камере. То есть если ты едешь по на трассе, ты накачиваешь посильнее, у тебя пяток контакта. Ну да. А здесь у тебя шипы, они должны вот так хватать землю. Ну да, по идее, то да, не помягче. Нужно немножко приспускать. Там 1.8 у меня. Ну 1.8 еще более-менее для этого, для тяжелого мотоцикла. Ну где-то там до одного нужно спустить, и ты почувствуешь совсем другую езду. Вот для вот этого группы. Для зыбучки вообще 0.5. У меня здесь по ПТС у него 0.35. Ёва. На переднем 0.45. Ну там мягко, да. Пар. То есть он должен такой быть прыгучий, и колючки должны его хватать, допустим. Ага. Ну, то есть, ну, yes. А так как Флинстоун ездит на. Ну да. Это опасно. Блять, я не знаю, наверное, разъебусь. Опасно. Привет. Давно быстро.